Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» – Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве – надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод – верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101 FM. 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Я Анна Лапшина. Сразу же представляю сегодняшнего нашего гостя Андрей Усенко, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты, член Общественной палаты Кировской области и избранный представитель Кировской области в Общественной палате России. Андрей Леонидович, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что ничего не перепутали. Да, когда вы уже избавитесь от приставки, и вот мы можем вас представлять представителем Кировской области. По плану это произойдет 12 июня с сложением полномочий действующего созыва Общественной палаты России и с вступлением в силу полномочий вновь избранного состава. Но определенная работа уже началась, мы ее уже ведем, формируем третью часть, поэтому такой, что называется, содержательная пересменка, причем она тем более интересна, что еще и руководитель палаты покинул ее раньше. Внезапно и раньше срока. Поэтому много организационных вопросов, моментов. Ну, в общем, интересно и содержательно. Да, речь идет об Александре Бричалове, которого назначили исполняющим обязанности губернатора, или там, не знаю, как сейчас называется, глава республики. Да, глава республики. Глава республики Удмуртия, да. Наши соседи. Ну, мне вот, если короткое отступление, мне удалось с Александром Владимировичем как раз там буквально через несколько дней после назначения встретиться в Москве. Я его, что называется, по-добрососедски поприветствовал, поздравил. Мы договорились, что через некоторое время организуем такой полноценный визит там кировских и общественников, и бизнесменов, всех, кто заинтересован в дружбе, взаимоотношениях с Республикой Удмуртия. Ну и я думаю, что будет выстраиваться такая дружественная товарищеская система взаимоотношений между регионами, знакомые главы регионов, там, и, естественно, там Александр Владимирович хорошо знает Кировскую область, неоднократно бывал здесь, поэтому будем надеяться, что такой конгломерат будет возникать. Главное, чтобы к вашей делегации присоединились и представители областного правительства. Вы сейчас сказали, главы знакомы между собой, но как-то они особо активности пока не проявляют, как мне кажется. То есть официально, понятно, мероприятия есть какие-то, да, но вот так, чтобы вместе с общественниками куда-то выехать, такого? Ну, будем приглашать. Пока будем нет. Приглашать. Будем надеяться, что они отзовутся. Ну, хорошо, к нашим темам немножко сконцентрируемся. Весна. Всех поздравляю с этим. Наконец-то. Синоптики, правда, огорчают нас, что это непродолжительное совершенно явление. На этой неделе уже похолодает. И тем не менее, давно вас здесь не было. С момента вашего к нам недавнего прихода растаял снег окончательно, наконец-то. И, наконец-то, окончательно выявились те проблемы, о которых мы говорим каждую весну. Именно дороги, ямы, трещины. В общем, все плохо. Несмотря на создание в прошлом году и активную работу группы общественного контроля за качеством, за ремонта дорог. Ну вот, имеем примерно то же самое, что и в прошлом году, а может быть, даже где-то и хуже. Ну, с одной стороны, да, и было бы странно надеяться на то, что за одно лето, по сути дела, там, несмотря на большое финансирование там, и начало работы группы, там, ситуация кардинально изменилась бы, и мы бы в этом году оказались с новыми дорогами, вышедшими из-под снега, что называется. Но, с другой стороны, пока, насколько там, я вижу, группа, и мы пока не закончили анализ состояния тех участков, которые были отремонтированы. В прошлом году. Да, мы видим по ним те недостатки, которые, ну, что называется, бросаются в глаза. Знаем причины, опять же, этих недостатков. Но не могу сказать вот со стопроцентным там такой уверенностью, что вся прошлогодняя работа сошла на нет. И не потому, что там, мы занимались ее контролем, а потому что общее впечатление создается от всей совокупности дорог в городе. Отремонтирована же из них была лишь только часть. Поэтому здесь надо
если мы хотим все-таки там добиться результата через некоторое время в виде хороших качественных дорог, надо всегда объективно смотреть на ситуацию. Абсолютное отрицание, отторжение там происходящего, ну, в общем, ничем хорошим тоже не закончится, мы это понимаем. В этой сфере нужна очень, может быть, такая рутинная, постоянная, но системная вместе с тем деятельность. Причем всех заинтересованных структур. Пока сложно сказать, насколько это будет реализовано в регионе, вот именно в таком формате, потому что хорошая дорога – это не результат там, однократного ремонта. Укладки того, свидетелями чего мы были в прошлом году, там, укладки двух слоев асфальта с предварительным максимум там, фрезерованием. Хорошая дорога — это там, то, что мы имели некоторое время назад, например, на улице Воровского. Да, ну, это когда все полностью делалось, есть, фактически. Да, когда там идет речь не о ремонте дорожного покрытия, а о ремонте внешнего верхнего слоя. Да, о ремонте дороги в целом. Понятно, что это совершенно другие деньги, это совершенно другие сроки, потому что даже силами имеющихся там или потенциальных подрядчиков, ну, по моим оценкам, если найти деньги на полноценный ремонт именно дорожного там полотна в целом, не просто покрытие, то у нас просто не хватит ресурсов это сделать. Нет рук? Рук, машин? Да, не хватит ресурсов подрядчиков, по крайней мере, для качественного исполнения. Мы видим здесь, опять же, там определенные ситуации и с качеством работы подрядных организаций. Поэтому, да, там кардинальных изменений или улучшений не произошло. А сколько лет должно пройти, чтобы были заметны какие-то улучшения? А здесь, видите, дело в том, что то, о чем я сказал, здесь нужна рутинная, системная, профессиональная работа. Причем в ограниченных, в условиях ограниченности ресурсов. Да. Деньги дают большие, но вот с чем мы столкнулись в прошлом году, просто технические вещи, там тоже были большие деньги, но федерация, выделив их, разрешила их тратить именно только на вот такой поверхностный ремонт. Быстрое приведение в порядок полотна, не приводящее к системному, там, вернее, к качественному ремонту дороги в целом. Вплоть до того, что даже, ну, вот этот пример, который мы всегда приводили, вплоть до того, что в зоне остановочных павильонов не разрешалось проводить усиление. И просто уложенные два слоя асфальта быстро превращались в колейность, в ямы прямо на остановках. Но это федеральные деньги, они диктовали свои условия, нельзя было. Хотя были сделаны выводы, что можно было найти свои ресурсы, усилить, то есть определенные ошибки были допущены. А в этом году по-другому будет? В этом году речи о том, что все средства будут израсходованы на ремонт дорог именно, а не на ремонт покрытия, тоже не идет. Большая часть средств выделяется, опять же, на покрытие, потому что, ну, капиталоемкость ремонта, да, там, дорожного полотна в целом просто там запредельная по нынешним условиям. То есть фактически стоит задача привести в порядок внешний вид этих дорог, чтобы, ну, их хватило на какое-то непродолжительное время. Ну, вы знаете, на самом деле здесь вот, в отличие от прошлого года, по которому было такое пожарное решение, там, вот эти деньги распределить по регионам, до 1 сентября освоить и все это сделать. Здесь, на самом деле, ситуация более интересная, потому что, напомню, стоит план по приведению в нормативное состояние, по-моему, 85% дорог в городской агломерации Киров, Кирово-Чепецк, Слободской к 2025, по-моему, году. То есть речь идет о состоянии дорог в границах этих населенных пунктов и между ними. Так вот, к 2025 году стоит задача привести в нормативное состояние, и под эту задачу регион подписался, 85% дорог с твердым покрытием. Неимоверная задача, на мой взгляд, очень сложная. Почему? Потому что если также будет осуществляться ремонт, как это происходило в прошлом году, то невозможно будет достигнуть этой цифры, этого показателя, потому что с каждым годом надо будет возвращаться, ну, на прежние участки. Да, не через год, но через два или три невозможно будет идти дальше. Да. Но регион под эту цифру подписался, обязательства на себя взяты. Собственно говоря, мы должны будем увидеть, как эти обязательства будут выполняться достаточно быстро. Почему еще должен сказать о ситуации там прошлого и нынешнего годов? То, о чем я сказал сразу. Системная, рутинная, постоянная работа. К сожалению, в условиях смены практически там
полностью управленческой команды, да, и на высшем уровне, и на уровне исполнителей. Говорить о системности, конечно, тяжело, потому что новая метла по-новому метет, даны новые обещания, новые обязательства на себя взяты. И, собственно говоря, вот эта системная работа частично нарушена. Сейчас и рабочая группа заново выстраивает взаимоотношения с руководителями профильных структур. И с их стороны там, по новой выстраивает, что называется, там, и система понимания. Вот к чему приведет? Ну, следующая весна и следующий снег покажет. Хорошо, у меня будет еще вопрос по конкурсу, прошедшему на прошлой неделе. Конкурс как раз по выбору подрядчиков на ремонт дорог. Сделаем небольшую паузу и вернемся. Напоминаю, в гостях у нас Андрей Усенко. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101 FM. И это особое мнение Андрея Усенко, вице-президента Вятской торгово-промышленной палаты, члена Общественной палаты Кировской области и представителя Кировской области в Общественной палате России с 12 июня, как мы выяснили. Андрей Леонидович, продолжаем тему дорог. Скажите, пожалуйста, на прошлой неделе прошел конкурс, состоялся он, выбрали подрядчиков, которые будут заниматься ремонтом дорог в Кирове. Ну, три основных самых больших лота выиграли наши традиционные игроки «Гордормострой», «Вятавтодор» и еще один подрядчик, московская фирма «АРПТ». Не знаю, к сожалению, не успела посмотреть, как расшифровывается эта аббревиатура. Приход москвичей в Киров – это хорошо или плохо? Ну, предполагалось, что придут иногородние игроки, назывались там и Краснодар, и Москва, понятно, да. Мы знаем, что у нас новый руководитель дирекции дорожного хозяйства Андрей Менькин из Москвы. Вроде бы говорил, что он в том числе дорожным строительством там занимался. И поговаривают, что фирма эта некоторым образом знакома ему, скажем так, да. 10 мая, насколько я понимаю, будут подписаны контракты с подрядчиками. И после этого, насколько опять же я знаю, подрядчики обещали встретиться с членами рабочей группы по контролю за ремонтом дорог. Ну, да, начну с крайнего там вопроса. Да, такие предварительные договоренности об этом были. Оценивать, хорошо это или плохо, ну вот никак не могу. Да, то есть если качество работ и принципы работ, скажем так, местных подрядчиков нам, ну, в большей степени известно, да, там, без опыта, то приход неизвестного подрядчика оценить невозможно ни с точки зрения хорошо, ни с точки зрения плохо, пока не будет результата. А не интересовалась рабочая группа там, ну, какими-то вот результатами деятельности? Пока нет, пока московских не проанализировали. Тут праздничные все равно мероприятия вмешались. Сказал бы, наверное, о двух важных вещах. Первое – это о падение по стоимости лотов. То есть, собственно говоря, мы наблюдаем с вами там падение порядка 10%. Такого падения по предыдущим годам не было. По крайней мере, по крупным лотам, то есть серьезных цифр. Были падения там по небольшим лотам, которые выигрывали как раз в условиях настоящего, что называется, конкурса. Там небольшие подрядчики, такого большого падения не было. То есть, по крайней мере, мы говорим о том, что, смотрите, мы по итогам этого года сэкономили цифру, сопоставимую там, с 20-25% объема работ прошлого года. Это достаточно серьезная там цифра, которая позволит, ну, еще часть дорог отремонтировать. Второй момент, о котором надо сказать, это все-таки сроки проведения конкурсных процедур. То, о чем мы тоже всегда говорили. Хорошо, что они прошли рано. Хорошо, что они прошли рано. К сожалению, была определенная задержка, связанная с претензиями там, антимонопольной службы. Была устранена, прошли раньше. И, по крайней мере, теперь подрядчики могут, ну, имеют и возможность, и обязанность выйти на работы раньше, чем там в июле, как это было в прошлом году. Ну и мы с вами, собственно говоря, имеем возможность получить нормальные отремонтированные дороги не к сентябрю, не к снегу уже, там, что называется. Поэтому, конечно, надо будет посмотреть с точки зрения состоятельности, что называется, там, этой фирмы. Ну, с другой стороны, механизм, методику там, или использование там, субподрядчиков никто, опять же, не отменял. То есть кировские наши дорожники фактически? Я, ну, на самом деле, не уверен, потому будут что в этом участвовать, объем нет? достаточно большой. Мы, вот, растянутость по срокам может все-таки, конечно, дать возможность, но в прошлом году мы четко видели, что просто на грани ресурсов самих подрядных организаций все работы проводились, когда все это было там в авральном практически режиме.
Не могу никак оценить. Вот в любом случае здесь время покажет. Это то же самое, как мы придем в магазин, увидим производителя нового там, молока, нового производителя. Да? Мы же, там, купив продукт и не попробовав его, мы пока не можем сказать, хорошо это или плохо. Наверное, не очень хорошо с точки зрения того, что часть денег, по крайней мере, в каком-то виде уйдет из региона. Но если мы с вами в обмен на это получим хорошие дороги, то думаю, что нашим местным подрядчикам надо будет задуматься. Поэтому пока вот, наверное, такие предварительные оценки невозможно никак это трактовать. Сначала надо как минимум дождаться заключения договоров, посмотреть, что эти компании представят в качестве обеспечения, смогут ли они выполнить эти условия по обеспечению. А дальше наблюдать за тем, что будет происходить в процессе, собственно говоря, ремонта. И, если необходимо, вовремя принимать меры. Мы ведь говорили о том, что деятельность рабочей группы в прошлом году, например, показала, что вроде как соблюдающиеся все там технологии и требования по актам, по бумагам, да, на самом деле таковыми не являются. И оперативное вмешательство рабочей группы в технологические процессы приводило к тому, что, ну, от простейших там вещей, да, там, начиная с проливки битумом там, ям, да, которая до этого выполнялась как попало, до достаточно серьезных вещей относительно там, документации и актов приемки работ, там, все это менялось. Теперь вопрос в том, что подрядчиков больше, денег больше, контролирующие организации остались те же, та же дирекция дорожного хозяйства. Как процесс вот этого контроля при проведении работ будет организован? Вот тоже для нас большой вопрос, насколько активно в нем, опять же, будут участвовать там и заинтересованные горожане, потому что за время работы рабочей группы такого наплыва желающих поучаствовать в ее работе не наблюдается. Костяк как сложился, так он и работает, а вот там больше энтузиастов нет. Понятно, не присоединяется. Но я надеюсь, может быть, ближе к лету люди как-то активизируются и начнут к вам присоединяться. У меня единственный только вопрос вот насчет москвичей. Я понимаю, что с кировчанами как-то вот выстроились отношения уже. А что будет с московской фирмой? Она же обязана будет все-таки общественникам всячески способствовать или нет? Ну, смотрите, если говорить формально с точки зрения там, буквы закона, закон об общественном контроле не распространяется на коммерческие организации. В нем идет речь о государственных органах власти и там, структурах, выполняющих публичные полномочия. Поэтому формально, ну, нам, например, в прошлом году даже Гордормострой писал письма, что, собственно говоря, мы не обязаны предоставлять вам никакую информацию, потому что являемся коммерческой организацией. Это вопрос выстраивания отношений, во-первых, а во-вторых, собственно говоря, ну, формирование некой такой политики отношения этой компании к той территории, в которой она намерена вести свою деятельность. Потому что сложно будет поверить в то, что компания, которая не идет на контакт с жителями территории, хочет сделать для них хорошие дороги. Ну вот у меня как-то это сложно увязывается с конструкцией в голове, поэтому это и репутационный, и, собственно говоря, там повышенный риск с точки зрения результатов. Потому что если там компания, да, будь это даже наша местная, уйдет в глухую оборону, что называется, ну, это вызовет, на мой взгляд, наоборот, повышенный интерес, в том числе через средства массовой информации. То есть если будет отсутствовать там движение компании к обществу, ну, общество придет само, что называется, и будет спрашивать еще больше. А дальше появляются законные механизмы. То есть не хотите отвечать на наши запросы? Ну, собственно, будет прокуратура там и прочие проверяющие органы. Да, да. Понятно. Ну, надеюсь, что после 10 числа все-таки будет у нас ясность, после 10 мая, насколько открыта московская компания, в том числе там сотрудничество с нашими кировскими общественниками. На этом пока сделаем паузу. Сегодня еще одну тему хотела с вами обсудить. Тема вышла в информационное поле на прошлой неделе. Газета «Репортер» написала, что в правительстве области якобы готовятся изменения
в систему налогообложения торговых, офисных и административных центров. Мы помним этот достаточно такой, ну вот тяжелый вопрос, правда, в нашей студии это обсуждалось, когда вводилась ставка по налогу на имущество для них с кадастровой стоимости. Тогда говорилось о том, что резкое повышение налогов, безусловно, скажется на потребителях, потому что будет заложено в том числе там, в цену товаров и услуг. Ну и вот газета «Репортер» пишет, предполагается, что в 2018 году ставка по налогу на имущество для объектов, чья площадь превышает 2000 квадратных метров, будет увеличена. Значит, 0,7%, если я верно понимаю. С 1%. Вот цифры разнятся в «Коммерсанте» и в тех СМИ, в которых я смотрела, готовилась. С 1% до 1,5%, а в 2019 году до 2%. Официального подтверждения этой информации нет. Репортер ссылался на заседание законодательного собрания, на котором якобы появится ясность. Прошедшее недавно заседание Заксобрания, там этот вопрос даже не возникал. Но, тем не менее, вот я так понимаю, что обсуждается все-таки вопрос. Вы знаете, может быть, обсуждается только пока вот, собственно говоря, в тех источниках, которые вы упомянули, потому что... Но помимо «Репортера», я должна сказать, что написала газета «Коммерсант» об этом. Ну, возможно, на федеральном уровне еще виднее, что у нас тут происходит. Сложно прокомментировать. По моей информации, по информации, которая есть в торгово-промышленной палате, которая была нам озвучена, подобных обсуждений там, о повышении ставки налога не велось. Более того, там позиция правительства, собственно говоря, состоит в том, что ставки повышать необходимости нет в нынешней сложившейся ситуации. Обращение газеты «Репортер» в торгово-промышленную палату мы откомментировали, исходя, собственно говоря, из тех позиций, которые нами были выработаны еще при предыдущем, предыдущем обсуждении. Потому что мы считаем, что повышение ставки в нынешней ситуации явно будет негативно сказываться на доходности достаточно большого количества там, субъектов предпринимательской деятельности и не будет в полной мере соответствовать духу этого закона, потому что он еще не настроен на то, как он должен работать. Напомню, коротко, мы когда... Собственно говоря, приходили к соглашению об этих цифрах, мы говорили о том, что необходимо постепенно снижать площади объектов, на которые будет распространяться это налогообложение, иначе получается не совсем справедливая по отношению к бизнесу в целом ситуация. Тот, кто свыше 2000 метров, платит от кадастровой стоимости, тот, кто ниже, платит от балансовой. Это не совсем такая конкурентная среда, потому что балансовая стоимость значительно отличается от кадастровой. Бывают и иные примеры, но носят единичный характер. То есть мы, там, скорее всего, поддержим, например, снижение площадей, на которые распространяется данное правило, во-первых. А во-вторых, более важный есть вопрос. Собственно говоря, сам этот закон, он на федеральном уровне возник из того, что там крупные федеральные торговые центры в Москве площадью несколько десятков тысяч квадратных метров и сотен платили налоги, там, исходя из балансовой стоимости, ну, ничтожные, по сути дела. И предлагалось-то изначально закон принять для Москвы, Петербурга, максимум там городов-миллионников. И вот это неравенство там, ну, просто было, что называется, социально деструктивным даже. Да, там, то есть одинаково совершенно платили и маленькие какие-то магазинчики, ну, условно там, да? Разбивали площади больших центров, оформляли их на физлиц. Различные ухищрения шли, и в результате там центры площадью 100 тысяч там, квадратных метров могли платить там, ну, несколько миллионов рублей в год. Сопоставимо с площадью небольшого магазина. Но законодатели приняли другое решение, распространили это все на территорию всей страны. Мы выполняли это решение. Но мы говорили в том числе о том, что необходимо ввести дифференциацию по месту нахождения объекта. Потому что в данный момент кадастровая стоимость не в полной мере это учитывает. Она учитывает в основном состояние самого объекта. Там, вне зависимости, находится он у вас на красной линии, торговый центр, или же это административно-офисное помещение со встроенной столовой, которая находится на производственной площадке, у вас ставка налогообложения одинаковая. Конечно, вы можете там регулировать это там кадастровой стоимостью, но это все равно неправильно. Речь шла о налогообложении именно объектов, генерирующих высокую доходность. И поэтому наши предложения были еще в прошлом году сформулированы с точки зрения введение коэффициентов определенных налоговой ставки по зонам расположения объектов. Ну, опять же, там, в силу изменения там,
правительства, команды новой, эти предложения были, там, их рассмотрение было отложено. Вот мы предложили бы в первую очередь вернуться к ним. Сначала настроить этот закон, у нас есть на это время, потому что он все равно не может вступить в силу со следующего года. И тогда, правильно отрегулировав вот эту вот справедливость, скажем так, конкурентность этой сферы, можно уже говорить о каких-то изменениях самих там ставок или еще чего-то. Ситуация, ну, вернее, как бы вопрос серьезный, потому что мы же понимаем, что когда речь идет о крупном торговом центре, все его расходы, в первую очередь, ну, вернее, все его расходы перекладывают, собственно говоря, на тех арендаторов, которые там есть. А те, в свою очередь, дальше, на потребителей. Дальше, 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 да. То есть говорить о том, что это там крупный бизнес, который наживается, ну, не совсем верно. Он точно так же там переложит это на небольшого предпринимателя в этой цепочке магазине. Все пострадают. В этой цепочке все равно будет платить потребитель, как бы то ни было. Ну, и плюс не надо забывать о том, что у нас есть, собственно говоря, там позиция президента, озвученная в 2014 году, о том, что там ставки налогов в России на 4 года должны быть зафиксированы. Мы надеемся, что об этом тоже все помнят. Но еще один момент, вот, наверное, в качестве, может быть, пожелания там, или предложения, да, для того, чтобы вот таких достаточно острых тем Внезапно не возникало, да, нужна системная работа по обсуждению там, с предпринимательским сообществом возможных изменений или там, предполагаемых изменений, или же там, наоборот, там, высказывание позиции о том, что этих изменений не предполагается. Угу. Тогда и нам бы с вами тут, в общем, обсуждать было бы нечего. Но я так понимаю, что официального опровержения этой информации от лица правительства не поступало пока. Ну, видите, нет ни опровержения, ни подтверждения, поэтому исходим из того, поэтому что, гадаем, говоря, есть, да, гадаем на кофейной гуще фактически. Сделаем небольшую паузу и вернемся. Напомню, Андрей Усенко высказывает свое особое мнение в нашем эфире. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101 FM. Продолжается особое мнение Андрея Усенко, вице-президента Вятской торгово-промышленной палаты и избранного представителя Кировской области в Общественной палате России. Немножко сократимся с должности Андрея Леонидовича. К новой теме обратимся. Работникам аэропорта Победилова задолжали почти 3 миллиона рублей зарплаты. 203 сотрудника предприятия последний раз получали деньги 28 февраля этого года, сообщила транспортная прокуратура на прошлой неделе. Я, честно говоря, не припомню, были ли такие вот выходящие в общественное поле там информационные сообщения о задержках зарплаты в Победилово в последние годы. Могу предположить, что это как связано, может быть, да, с падением пассажиропотока и доходности, наверное, да, аэропорта. Так и, может быть, и другие причины. Как вы думаете? Ну, сложно. Я не могу сказать, что это там совершенно уникальная ситуация. То есть просто, может быть, не было информации до этого. Но в любом случае, сам факт задержки заработной платы в той или иной степени в государственном учреждении, это настораживающий очень фактор, потому что государство в последнее время, там, последние несколько лет очень жестко контролирует и проверяет ситуацию с выплатой заработных плат. Мы там, в свое время и региональная, и федеральная прокуратура, например, генеральная прокуратура, говорили о том, что это одно из самых одна из самых важных тем контроля за деятельностью субъектов коммерческой деятельности. То есть на все остальное можно там смотреть, скажем так, с пониманием ситуации экономического кризиса, но зарплата должна выплачиваться, люди страдать не должны. Поэтому, ну, несомненно, сам факт вызывает, еще раз говорю, там, настороженность, и то, что там прокуратура этого вычислила. Сделать какие-то экономические выкладки, ну, можно эмпирическим, в общем, путем, исходя из того, что аэропорт ежегодно обращается за субсидии из областного бюджета. В общем, понятно, что невыплата зарплаты — это не злой умысел там руководителя, скорее всего, реально нехватка денег. Можем ли мы говорить о том, как наш аэропорт будет чувствовать себя по итогам года, или рано еще? Ну, я боюсь, что по итогам года мы не можем говорить, как мы все сами-то себя будем чувствовать. Поэтому здесь, ну, сложно мне сказать. Я не думаю, что, опять же, там кардинально ситуация изменится. Аэропорт станет генерировать прибыль и экстрадоходным. Вряд ли. Можно
объектив, ну, как бы субъективно, наверное, говорить о том, что происходит в настоящий момент, да, то есть там можно точно. Но вы говорить. Как человек, который часто летает, часто пользуется услугами аэропорта Победилова, да, и часто там бывает, наверное, можете рассказать, ну, насколько там вообще ситуация изменилась, только. Ну, нельзя отрицать того, что снизился, конечно, общий поток. По ощущениям того, что происходит, собственно говоря, там, в здании аэропорта и на стоянке прилегающей, возросли цены однозначно. То есть, что называется, там средний чек вырос достаточно серьезно, я бы сказал, даже мне там в разы, там, в один, в два, раза в 3-5, да, где-то так. Да, да, то есть там попытки купить билеты сейчас, ну, в общем, приводят к серьезным размышлениям о том, как, каким же образом перемещаться, особенно если речь идет о собственных средствах. Сложно сделать, я почему так, знаете, там, не сложно сделать однозначный вывод о том, что, например, уход Победы, о котором мы с вами говорим, привел именно к этим последствиям. Надо смотреть структуру доходности. Потому что если Победа не приносила доходов, как нам говорится, там, да, может быть, так, тогда ее потеря, как бы, в общем, ни к чему и не привела. Но для аэропорта, для жителей Кировской области привела, несомненно. Я говорю сейчас о финансовых показателях аэропорта. Другой вопрос, что то, о чем... Опять же, всегда говорили, там, аэропорты зарабатывают не только на обслуживании самих там рейсов. Это вся сопутствующая инфраструктура, все, что должно быть внутри, начиная там с платной стоянки, о которой много лет там говорили даже, да, и кафе, и все остальные там блага и условия, что называется. Вот. Понятно, что вот с потерей пассажиропотока на этом точно будут зарабатывать меньше. Но вот здесь, знаете, я... Там, для меня аэропорт — это как... Я тут пытался там себе составить аналогию. Это как лифт. Да? Вот если представить Россию в виде многоэтажного дома, в котором каждый регион на своем этаже, то это как лифт. Поэтому если мы закроем лифт, то, в общем, сложно надеяться, что нам будет удобно куда-то выбираться. И к нам можно будет кого-то там комфортно приглашать. Конечно, лестницы останутся. По лестнице можно перемещаться. И можно даже дойти до другого этажа и оттуда куда-то там перебраться на лифте. Но... Там... Не, ну если жителям Кировской области придется это делать в любом случае, то жители других областей, которых мы сюда ждем как инвесторов, они зачем должны это делать? Они поедут на лифте на тот этаж, где лифт останавливается. Поэтому в любом случае, там, назовем это лифтом, назовем это там воротами открытыми или дверьми, там, да, это надо держать открытым. И мы об этом всегда говорили. И, собственно говоря, там вся стратегия, насколько я понимаю, там, развитие Победилова была ориентирована именно на это. В настоящей ситуации, мне кажется, что сконцентрировать усилия надо не на поиске источников финансирования из бюджета, а на привлечении инвестора. Вот, мне кажется, это единственное... Там, на привлечение инвестора именно в аэропорт? Именно в аэропорт. То есть это то, о чем нам говорил замминистра транспорта России Сергей Арестов, когда во время дней Кировской области в Совете Федерации зашел вопрос о выделении денег каких-то, ну, да? По большому счету, да. То есть это та задача, которую надо решать. Этот инвестор может получить какие-то там преференции в регионе, понимая, что он, например, там на определенное время берет на себя социальную нагрузку по аэропорту. И на это, опять же, там надо идти. Но это будет наиболее оптимальное и эффективное, на мой взгляд, решение этого вопроса. Потому что инвестор будет в любом случае ориентирован на там, отбивание своих инвестиций и зарабатывание прибыли. И взаимоотношения с авиакомпаниями, там, набор сервисных услуг для пассажиров, удобство пребывания и все остальное будет ориентировано именно на это. Не на то, как оправдать необходимость бюджетного финансирования, а на то, как заработать самому денег, как их привлечь и как, собственно говоря, там работать эффективно. Поэтому вот эту парадигму, на мой взгляд, надо изменить, и тогда изменится, собственно говоря, там и подход к пребыванию пассажиров, и подход к взаимоотношению с авиакомпаниями, и работа с авиакомпаниями с точки зрения там, удобства рейсов и всего остального. Да? То есть вот примеры частных инвестиций в региональные аэропорты в России есть. Время не самое лучшее, но, опять же, там, мы понимаем, что
А мы сейчас о каких регионах говорим? То есть это регионы уровня Кировской области или это все-таки более обеспеченные регионы, я бы так сказала? Ну, по-разному есть. Я сейчас, наверное, там не назову регионы там, на нашего масштаба, но точно там, например, конечно, может быть, там по другим причинам, если мы там говорим об оренбургских авиалиниях, которые работают там, да, на российских, на кировских маршрутах, ну, явно там это авиакомпания, которая там работает в регионе и вышла из региона, который там не сильно от нас отличается. Другой вопрос, что они там сохранили, собственно говоря, авиакомпанию, и понятно, что там хаб в Оренбурге тоже создают. Надо искать искать инвестора, исходя не только из вот, сугубо ситуации с аэропортом. Это должно быть какое-то комплексное предложение там, для частного бизнеса, который сюда зайдет. Иногда это бывает и, собственно говоря, некие там, политические решения. Возможно, это там, я, например, больше чем... Ну, не могу там 100% говорить, но мне кажется, там, аэропорт в Саранске вряд ли сейчас испытывает какие-то проблемы и вопросы с точки зрения там, закрывать, не закрывать, содержать, не содержать. Ну, да? Потому что чемпионат мира на нас. Потому что там чемпионат мира, и все равно надо решать этот вопрос каким-то образом. Поэтому вот совокупность там вот этого предложения инвестору, она должна его привлечь и, может быть, даже в чем-то замотивировать. Но вы не видите ничего страшного в приходе частника в аэропорт? Ну, вы понимаете, как это будет воспринято большей частью общества, да? Вот государственные предприятия, стратегический объект продают в частные руки. Что с ним теперь будет? Ужас-ужас. Ну, можно преподнести это так, а можно сказать, что там, областной бюджет избавился от бремени в виде там, ежегодного финансирования. Теперь это будут частные деньги, частные инвестиции. То есть это вопрос... Информационной политики это вопрос, информационной политики и взгляда, да, со стороны. Хорошо, с темой аэропорта пока, опять же, так и закончили. Еще одна тема, которую хотелось обсудить с вами в преддверии 9 мая. Движение «Бессмертный полк». Мы знаем все о нем, оно существует в России так или иначе, там уже 5 или 6 лет, насколько я помню. Зародилось оно сначала локально в нескольких городах, в основном в Сибири это было. Вот. Потом ребята из Томска начали выводить этот проект на общероссийский уровень. Появились координаторы в каждом регионе России. Я знаю, что были в Кирове, я знаю, что были в Вологде. В основном, ну вот из тех, кого я знаю, это были журналисты. Потому что в Томске это ТВ-2, известный достаточно региональный телеканал «Вологде», это был информационный холдинг «Премьер». У нас это был первый городской канал, насколько я помню, ребята занимались. В прошлом году и в позапрошлом году уже были попытки. Это движение некоторым образом, я бы не сказала, приватизировало и прихватизировало, да, но некоторым образом подключились к нему власти, прежде всего власти города Москвы. Вот. И сегодня, на настоящий момент, мы видим, конечно, ну, некую заинтересованность региональных властей, в чем я не вижу ничего страшного. Вот. Но при этом вот ребята «Ты-Мечи» пишут совершенно возмутительные, на мой взгляд, вещи, да. То есть вот Сергей Лапенков пишет. Позвонил координатор из Чувашии, небольшой городок. Власти решают, надо ли пустить перед «Бессмертным полком» крестный ход. Координатор в шоке, хотя сама православная. Ну, в общем, «Бессмертный полк» — это такое вот, ну, народное действительно было движение, где люди выходили с портретами своих предков, погибших и выживших, да, вернувшихся с войны, несли эти портреты. Ну, я понимаю, о чем вы говорите, и, собственно говоря, наверное, что хочу сказать по этому поводу. Какие-то такие вот гротескные порой даже там ситуации или конфликтные ситуации, которые в связи с этим возникают, вряд ли несут в себе такой негативный изначально там умысел с точки зрения там действий органов власти. На самом деле это все... Хотели как лучше. Да, что называется, хотели как лучше и пытались как лучше. Но здесь есть два момента. Во-первых, зачастую этим занимаются те люди, которые, ну, не умеют этого делать, во-первых. А во-вторых, имеют перед собой совершенно иные цели. У них другие цели и задачи. Там, все провести правильно, без последствий, без ошибок, без всего, да, во-первых. Во-вторых, иногда это имеет место быть, когда, ну, скажем так, выдыхается вот эта общественная активность. И акция вроде есть, и надо ее проводить, и она уже там людьми ожидается, но никто не берет на себя этого вроде как, потому что разрастаются масштабы, одно дело там 100 человек, другое дело 1000. И вот здесь отсутствие
сильной некоммерческой там, организации, которая могла бы там, и в регионах, там, и на федеральном уровне работать и это делать, это вопрос такой институционального недостатка. Я могу просто... Я понимаю, о чем говорю, потому что могу в качестве примера привести ситуацию в Кировской области. Сейчас не вспомню, какой год, но, наверное, там, год 14-й, да, условно говоря, скажем. Бессмертный полк поставили в конце колонны, когда прошли сначала представители правительства, органов власти, там, партии, еще кого-то, а потом шел бессмертный полк. И люди, которые стояли с портретами своих предков, ветеранов, победителей, ветеранов вдоль там, забора и ждали, пока пройдут мимо них все вот эти вот официальные лица, в общем, были достаточно серьезно удивлены, а ради кого вообще все это. И мы на оргкомитете говорили на следующий год, поставьте вперед колонну. Поставили? Полк, да, да, да. В 15-м году, или может быть в 16-м, могу сейчас ошибаться в датах, но бессмертный полк передвинули, и весь полк шел впереди. А потом уже все остальные. А потом уже все те, кто там в других каких-либо организациях присутствовал. Поэтому здесь вопрос здравого смысла, точно не вопрос конфликтности, потому что на таких темах там конфликтовать не стоит. Надо искать тех людей, кто может, знает, как это сделать. Надо выходить на тех представителей в органах власти, кто понимает, собственно говоря, о чем идет речь. Мы в свое время нашли такого человека в лице там, Александра Александровича Галицких, который убедил руководство области поменять вот эти там колонны. Вот поэтому... Надо находить компромисс. Надо создавать сильные там, структуры общественные. Чтобы... И тогда помощь государства не понадобится. И помощь государства не понадобится. Или ее можно будет контролировать и координировать. И тогда не государство будет заниматься координацией этой работы, а заниматься будут этим, собственно говоря, те, кто понимает, для чего это надо и как это надо проводить. Поняла. Особое мнение Андрея Усенко мы сегодня слушали. К сожалению, нужно завершать. Время наше вышло. Андрея Леонидовича благодарю. Я, Анна Лапшина, с вами прощаюсь. Спасибо. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101 FM.